Оно инрок и деревенское телевидение Судермофильм представляет видеожурнал «Кадыкчанские ведомости». Выпуск 78. Судерми любят хоккей. 14 января 2024 года в Судерми произошло важное событие. На вновь созданной ледовой арене впервые состоялся хоккейный матч. Несмотря на мороз и ветер, спортивный праздник привлек не только спортсменов, но и жителей Судерми. Так, вот кто-то приехал на хоккей на служебном транспорте. На Судерми-арене идет разминка. Спортсмены стараются не замерзнуть до начала игры. Вот, у меня самое лучшее место для наблюдения за игрой. Поиграть с умной командой, командам показать красивую игру, играть красиво, задорно, на кураже, облечком, побреть на свою команду. В товарищеском матче встретились сборные команды Судерми, Пежмы и Благовещенска в красной форме против именитой команды «Дикие муравьи». Перед началом игры спортсменов приветствовал глава администрации Судерми Александр Викторович Поликаров. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть... В этом месте некоторые зрители с досадой скажут: везет же людям, у них каток в деревне есть. Наверное, «Газпром» подарил. А нам не подарили каток, и мы не можем играть в хоккей. Заниматься конькобежным спортом и фигурным катанием. Даже не фигурным катанием мы не можем заняться, потому что у нас нет катка. Так вот, у нас тоже не было катка. А ждать, когда его кто-нибудь подарит, никто не хотел, потому что в Судерми любят хоккей. И жители сами взялись за дело. Без всякой подсказки собрались. Взяли кто бензопилу, кто молоток, кто гвозди и построили себе ледовую арену. Никто не жалуется, потому что некогда, тренироваться надо. Спасибо администрации сельского поселения и руководству агрофирмы «Судермская», которые очень много сделали для того, чтобы жители портового города могли без ограничений заниматься любимыми видами спорта. Вот был первый бросок по воротам.
И вот дикие муравьи очень агрессивно атакуют. Первый период 1-0, в начале второго периода сразу 2-0. Выигрывают пока что дикие муравьи. Женя молодец. Да, вратарь молодец. Бросок и бросков, ну. Нету.
значит, и весам жарко. Может, о героях песни вспомните, надо жить ярко. Надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет. Знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Сербский путь наверх сложен. Лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги. Скажут, молодцы, черти, мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать. 3-2. Володя, ни один гол не успел снять. Ради красоты спорта, родины своей ради, надо побеждать честно. Я считаю, очень хороший результат. Против такой сильной команды бороться тяжело. Они заслуженно, конечно, выиграли. 4-2. Команда «Дикие муравьи» против сборной команды «Пежмы», «Судрмы», «Благовещенского». Полюшка, поле, полюшка, Серега.